поклеить обои и не развестись. Но есть еще один очень важный вопрос. Как выбрать обои и не развестись? Что тоже очень интересно. Сегодня расскажу о том, как выбрать обои, какие они бывают, из чего состоят. Мы не будем говорить о дизайнах, потому что это дело вкуса, и вы выберете сами для себя самое лучшее. Ну что, поехали? Сначала я решила рассказать вам о самых популярных, самых удобных обоях. Это виниловые на флизелиновой основе. Ваша подружка вам рассказывает о том, что она поклеила новые обои. Скорее всего, это виниловые на флизелиновой основе. Если вы, проходя по торговому центру, засмотрелись на какие-то обои, на 99% это виниловые на флизелиновой основе. Почему же они так популярны? Первый и очень важный пункт – это их удобство в поклейке. Они широкие. Их ширина 1,06 м. То есть для того, чтобы поклеить стену среднего размера, вам понадобится всего лишь 3 полосы. Мастера поклейки и новички в этом деле ценят этот вид обоев за то, что их не нужно промазывать клеем с обратной стороны. Достаточно нанести клей на стену. Каждый, кто хоть раз делал вот это с намазанными клеем обоями, тихо, аккуратно, тот оценит это преимущество. Пропитанные жидким клеем, такие обои не меняют своей формы. Поэтому их не обязательно клеить внахлёст, они клеятся встык. Главное – правильно подогнать рисунок. Хозяюшки отмечают, что такие обои не боятся влаги, и их можно легко протереть влажной тряпочкой. При выборе виниловых обоев на флизелиновой основе есть только один совет. Если вы планируете их использовать в помещении с повышенной механической нагрузкой, то выбирайте виниловые обои на флизелиновой основе горячего тиснения. Такой способ укрепляет внешнюю фактуру, вот этот вот рисуночек, который мы видим, и не дает ему царапаться. Ну ладно, ради приличия я упомяну бумажные обои. Хотя это архаизм, выбор у них маленький, их практически уже никто не использует. Есть такое заблуждение, что их стоит наклеить в комнату, например, малышу, потому что они будто бы более безопасны, или аллергику. Но это бумажные обои с винилом. Посмотрите, вот это вот винил, поэтому аллергикам он не подходит. А какой подходит, я сейчас покажу, раз уж вы спрашиваете. Некоторые производители обоев позаботились об аллергиках и выпускают особую категорию обоев с минимальным количеством винила или с полным его отсутствием. Скажу честно, выбор у них небольшой. И если вы столкнулись с такой неприятной болезнью, то я рекомендую вам от души просто покрасить стены. Еще одна интересная категория – это обои под покраску. Да, они тоже виниловые на флизелиновой основе, но отличаются тем, что они имеют только фактуру и не имеют цвета. И вы сможете смешать любой понравившийся вам оттенок и нанести его. Они также бывают антивандальные и обыкновенные, то есть горячего тиснения и холодного. Последняя категория рулонных обоев, я сейчас вас удивлю, они не виниловые и не на флизелиновой основе, это стеклообои под покраску. Их особенность в том, что они устойчивы к повреждениям, препятствуют распространению огня, легко моются и не впитывают пыль и запах. Подождите, я сказала последние обои? Я имела в виду последние рулонные обои, потому что среди обоев есть еще один очень интересный и необычный представитель. Это жидкие обои. Как так? Это что-то типа декоративной штукатурки, только состоящей из такого мягенького волокна. Как же они наносятся? Вы их замачиваете на 8-10 часов, можно прям на ночь, и с утра наносите шпателем, как настоящий художник. Главное их преимущество, кроме того, что они милые и пушистые, это шумоизоляция и теплоизоляция. Они не влагоустойчивые, то есть их не получится протереть влажной тряпочкой. Зато они ремонтопригодны. Если вы повредили у таких обоев какой-либо участок, вы их размачиваете, аккуратно удаляете
И снова аккуратными движениями распределяйте. Никто даже не догадается, что там было какое-то небольшое происшествие. Их уникальная способность в том, что они выравнивают стены. То есть вам не нужно так сильно заморачиваться со штукатуркой. Они сами сделают все дело. Плюс они не имеют швов. А если вы не нашли понравившийся вам дизайн, то смешайте 2 или 3 образца и еще блесточками сверху посыпьте, и все. И вишенка на торте. Во всех гипермаркетах «Новоцентр» проходит акция до 30 июня. Парад обоев. Скидки от минус 15%. Все. Я надеюсь, что мои рекомендации помогут сберечь ваши нервы, ваш бюджет и, конечно же, отношения. Всех целую! Всем пока!